Сергей, держитесь, все нормально. Нормально, Павел Сергеевич. Спасибо. Я работаю в газете «Московский комсомол» заместителем главного редактора и редактором отдела политики. Ваша честь, я прошу принять во внимание тот факт, что в одном из интервью на вопрос о суде в отношении журналиста «Поехали» я употребил слово «судилище». Я не имел в виду ни вас, ни кого-либо другого из судей. Всем понятно, да? В соответствии с законом, если обвиняемому непонятна сущность предъявленного обвинения, она должна быть ему разъяснена. Обвинительное заключение по уголовному делу партии. «Московский комсомолец», ее главный редактор Павел Гусев. Взрыв, который был внутри нас, заставил нас несколько, так скажем, словами поиграть, в результате чего, конечно же, назвать министра вором довольно, так сказать, непредсказуемо. Я расцениваю ваши слова как извинения, принимаю их и готов дальше к совместному сотрудничеству.